меняется, сразу начнем со средней, 75-80 дней, вес головки 400-600 грамм, это среднестатистическая брокколи. Ну, мы для себя там отметили три гибрида. Это Green Magic, это ранняя брокколи, она идет мелкозернистая, то есть головка идет с мелким зерном, и вес головки достигает 500 килограмма, 600 грамм. То есть для ранней капусты это неплохой вес. По поздним есть два гибрида, Маратон и Партенон. Маратон хорошо подходит для заморозки, для переработчиков, даже больше сказать, там, для переработчиков, которые пускают на сутки заморозку. Потому что у нее за счет того, что есть дополнительные отростки, то есть помимо головки у нее на стебле формируются дополнительные отростки, так называемые там, детки брокколи. У нее вес достигает до 1,6 кг. То есть для тех, кто выращивает капусту для переработчиков, у кого есть контракты с переработчиками, либо даже для себя, ну, хотя там закатать, либо засушить, либо заморозить на зиму, то вот эта капуста подходит идеально. По Партенону это капуста для хранения. То есть для хранения, и она точно так же, ее можно и замораживать, ее можно и на сушку, и на переработку, но у нее вес идет 800 грамм, она лучше всего подходит для хранения вот, целой головки. Срок вегетации у нее 85-85 дней, у Маратона ну, практически одинаковый, у Маратона 80 дней. У Маратона, я говорю, это для тех, кому нужен большой вес, не нужен вес головки, а нужен вес именно самого растения. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.